Приветствую всех на своем канале. И сегодня я предлагаю сделать вот такой яркий, красивый ободок. Делаются цветы из ленты 1,5 сантиметра. Работа очень легкая и по силу даже начинающему. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Для работы я буду использовать ленту 1,5 сантиметра шириной. И нам понадобятся отрезочки из нее 15 сантиметров. Цветочки я буду закреплять вот на таком двойном ободке. Как его сделать, есть на моем канале. Ссылочку я оставлю. И для серединочки буду использовать вот такие камешки. Берем отрезочек ленты и собираем его на нить маленькими стежочками, примерно 0,5 сантиметров. Этими цветочками очень красиво украшать ободки. Делаются они легко, просто и быстро. Дошиваем до конца. И теперь соединяем вместе. Затягиваем, плотно затягиваем и закрепляем. Обрезаем ниточку. Теперь расправляем цветочек. Приклеиваем серединочку. Цветочек готов. На ободке я отметила серединочку и равное расстояние по бокам, чтобы ободочек получился симметричный. И первый цветочек я клею посерединке. Следующие два цветочка приклеим вот на другой стороне ободочка. Вот так. Камешки я стараюсь клеить в одном направлении. Так будет красивее смотреться. Следующий цветочек клею вот на этой стороне.
следующий цветочек сюда. И в шахматном порядке. Я приклеила вот до отметочек. И теперь приклеиваю более к серединочке. Не с краю, а более так вот к серединочке, чтобы перейти сюда по одному цветочку. Я приклеила все цветы, и ободок готов. Получился такой нежный, очень красивый, яркий ободочек. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока.